Здравствуйте, мои дорогие зрители. Вот мы отдохнули. Сейчас хочу показать вам немножко сам Хилтон. Но правда, везде музыка звучит. Возможно, музыку придется удалить, и мою что-то я буду рассказывать, придется удалить. Но покажу вам обзор самого Хилтона, который находится в Лондоне. Дорогие мои, а сейчас я вам покажу настоящий английский завтрак, или как англичане его называют English breakfast. Но, конечно же, утро начинается с кофе, и многие пьют кофе. Ну и как же без английского чая? Поэтому можно выбирать любой английский чай, черный, зеленый, травяной. Англичане любят травяной чай. Также в этом отеле были и сухие завтраки. Вот кто хотел, мог и позавтракать. Здесь сухофрукты. Дальше мы видим здесь йогурты, разные нарезки, колбасы, также сыры. Вот Филадельфия сыр очень-очень хороший. Здесь даже ягоды, ну мороженые ягоды, конечно. Ну а сейчас сам английский breakfast, English breakfast. Вот это бекон, это сосиски. Это колбасы, это яйца, это помидоры, это омлет, это грибы, это бекон. Такой очень-очень насыщенный English breakfast. Но, кстати, не было овсянки в этом отеле. Ну, я не знаю почему, но вот не было. Также тостеры, конечно, вот разные джемы, масло сливочное, мед. Ну и, конечно же, выпечка. Разная выпечка, круассаны, кексы, разные слойки, такие слоеного теста. И вот такой прекрасный ресторанчик, в котором можно прекрасно провести с утра время и позавтракать. Но у нас с мужем был включен English breakfast,
И поэтому сейчас я вам покажу, что же мы взяли и как же мы позавтракали. Ну вот, такой мы взяли breakfast, такой English breakfast. Хочу показать вам немножечко сам ресторан. Вот так здесь уютненько. Такая атмосфера. Ну, вот такой ресторанчик.